Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Главными темами стали расселение аварийного жилья и строительство новых домов. Дмитрий Артюхов рассказал о ходе программы по расселению. В округе принято решение до 2025 года расселить 1 000 000 квадратных метров аварийного жилья. Это в 4 раза больше показателя, установленного национальным проектом. На данный момент задача выполнена на треть. К концу года регион достигнет половины. Все дома находятся в активной стадии строительства, 174. И нет сомнения, что все показатели по нацпроекту мы в этой части выполним. На расселение аварийного жилья работают все жилищные программы в округе, сотрудничество, программа переселения в любой регион страны и другие. Также на заседании обсудили реализацию федеральной программы «Стимул», по которой субсидируется строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры многоквартирных жилых домов. Марат Хуснуллин отметил хорошие темпы реализации программы на Ямале. Обсудили на заседании и предоставление регионам инфраструктурных бюджетных кредитов. На Ямале с использованием этого финансового инструмента будет построен мост через Обь, ключевой элемент северного широтного хода.